Добрейшего всем дня, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Начинаем наш сегодняшний вебинар, который посвящен партнерской программе нашей компании. Вот. У нас, как всегда, на мероприятиях, на которых мы говорим о возможности получения дохода, просто несметное количество. Когда-то наши предки-славяне, да, говорили, есть такое слово «тьма». Вот. У нас сегодня тьма людей. Все заинтересованы в том, чтобы узнать что-то новое по маркетинг-плану, я так предполагаю, да? Если меня слышно, видно хорошо, то поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате. Ну и будет неплохо, если вы напишите города, в которых сейчас находитесь и присутствуете на нашем вебинаре. Я вижу, что Олег у нас из Бишкека, столица Киргизии. Вот, да. Какие еще города у нас с вами есть сегодня? Красноярск, я вижу, Вера написала. Спасибо вам большое. Приветствуем город Красноярск. Наверное, будущего чемпиона по хоккею с мячом, да, команду «Енисей», которая буквально недавно там по косточкам разобрала «Динамо» Москву чуть ли там не 10-2. Вот это основного конкурента. Город Днепропетровск. Вот, тоже красивый город. Много раз бывал в нем. Это Восточная Украина. Красивый вокзал. Автовокзал, который несколько уровней. Река Днепр. Большое количество заводов. Завод имени Ленина Трубный, Нижний Днепровский. Трубопрокатный завод и много чего еще интересного. Так, Бельгия, да, я так предполагаю, Амурский, Хабаровский край. То есть, я так понимаю, Галина, вы живете на границе, да? Вот, так, хорошо, друзья. Итак, речь у нас с вами пойдет о партнерской программе. В принципе, она достаточно простая, да, маркетинг у нас изменился 18 января 2016 года. То есть, до этого момента у нас немножко другая была партнерская программа. Тоже была замечательная, да, не менее замечательная, чем эта. В принципе, они где-то, наверное, равноправны вот, по своим преимуществам и так далее. Но сегодня маркетинг тот, о котором мы будем говорить, он простой, потому что, в принципе, тут не надо заморачивать голову над чем-то, какие-то объемы. Да, вот если те, кто знаком с партнерскими программами, то зачастую выплаты по маркетинг-плану зависят от какого-то ежемесячного объема, от товарооборота структуры, от личного товарооборота и так далее. Да. То есть, получается, много дополнительных условий, надо считать какие-то дополнительные проценты и так далее. У нас все просто. Жесткая привязка процентов к уровню. Приветствуем Байкал. Да? То есть то место, о котором я мечтаю, еще не бывал. И я думаю, все-таки мне выпадет в жизни возможность посмотреть это чудо света, да, как его называют. По телевизору видел, очень здорово, хочется увидеть своими глазами. Итак, коллеги, но прежде чем рассказывать о маркетинг-плане, да, переходить непосредственно к квалификациям, я вот хотел поделиться видением того, что из себя представляет наша партнерская программа. Вы видите, что это прекрасная возможность получить, создать сейчас, да, источник дохода, не дожидаясь выхода группы компаний SkyWay с технологией струнных дорог на международный транспортный рынок, вы можете создать себе источник дохода, который все это время, до момента котировки, начала котировки наших акций, до момента потом, скажем так, получения первых дивидендов с прибыли от построенных дорог в разных уголках земного шара, вы можете зарабатывать деньги уже сейчас. Благодаря тому, что будете создавать бизнес, причем бизнес на нормальной, скажем так, базе, на нормальной платформе, бизнес среди людей, основанный на нормальных человеческих взаимоотношениях, нормальных принципах, да, то есть потрудился, получил. Кстати, партнерские программы в большинстве своем это так и происходит, потому что нигде за халявные там действия или за отсутствие действия нигде не платится. Я думаю, что у нас в комнате присутствуют люди, которые помнят основной принцип социализма, да, помните, распределение. Вот. От каждого по способностям, каждому по труду. Если при коммунизме было от каждого по способностям, каждому по потребностям, мы тогда этого не дотянули немножко, да? А может быть, немножко. То здесь по труду. То есть, как правило, халявы в партнерских программах не бывает. Вот. Но здесь то, что вы создаете, так как вы являетесь независимыми партнерами, да, у вас никто не отнимет. То есть у вас, по сути дела, если вы создаете партнерские структуры, если вы зарабатываете деньги по нашему маркетинг-плану, не может быть начальников. В прямом смысле, как мы привыкли, да, вот то, что мы ходим на работу, мы опасаемся, что мы что-то не то сделаем, и нас кто-то может уволить, либо наказать, либо лишить чего-то. Если вы строите бизнес нормально, если, скажем так, вы не пытаетесь друг у друга передергивать людей, да, если вы являетесь открытым человеком и строите его на основе нормальных, как мы говорим, добрососедских взаимоотнениях с партнерами из других городов, либо из вашего города, да, просто создаете сеть, все у вас будет отлично. То есть вы будете зарабатывать столько, сколько вы будете зарабатывать. Процентов там лишать вас каких-то доходов никто не будет, это все в ваших руках. И еще очень важный момент, отличие, наверное, партнерской программы компании SkyWay Capital
да, нашей группы компаний SkyWay, от партнерских программ, которые существуют в огромном количестве проектов, да, вы знаете, что в мире на сегодняшний день более 5000 MLM-компаний, которые предлагают различные товары и услуги различного направления, то есть все, что используется в нашем с вами обиходе, начиная там от средств по уходу за зубами, да, могут быть зубные пасты, за волосами на голове, то есть шампуни какие-то и так далее, и заканчивая банковскими услугами, страховыми услугами, там, продажей карточек для, на определенных автозаправках, если вы будете заправляться, у вас там будет скидка, вы можете таким образом строить сеть. То есть направлений очень много в MLM-бизнесе. Но там есть, у нас точнее, есть одно очень важное отличие. Смотрите, если вы принимаете решение быть партнером какой бы то ни было компании MLM-бизнеса, да, то происходит следующая картина. Есть уже компания, которая как бы реально существует, у которой есть перечень товаров и услуг, и она вам предлагает стать ее клиентом, да, и формировать сеть потребления того, что есть у них. То есть вам нужно проделать огромнейший объем работы, чтобы стать там суперлидером этой компании, дойти до высших квалификаций, и то не все компании MLM-бизнеса предлагают своим, скажем так, партнерам, достигшим высшей квалификации, стать акционером, да, то есть выделить ему какую-то часть акций, либо позволить выкупить часть собственности компании, чтобы получать еще дивиденды на акции этих компаний. Очень много компаний, которые так и не акционировались, да, потому что они, скажем так, имеют бизнес, они развивают партнерские структуры, они выплачивают хорошее вознаграждение своим партнерам, но акции этих компаний ни на каких биржах, например, не котируются. В этом нет ничего плохого, но сам факт, чтобы там получать вознаграждение, зачастую приходится, ну, скажем так, пахать постоянно. Мы говорим об остаточном доходе. Лидеры, есть огромное количество лидеров MLM-бизнеса, работающих в других MLM-компаниях, получающих там и по 10, и по 50, и по 100 тысяч долларов и более ежемесячно. Да? То есть такие лидеры есть. Это громадные структуры, это громадный объем работы. Это несколько лет или даже десятилетий у некоторых людей, да, занимает создание такой крупной международной структуры, но все равно они не являются совладельцами той компании в большинстве случаев, да, в которой они сотрудничают. Если вдруг сети начнут валиться, если вдруг они станут лениться, да, и так далее, то вот там, к сожалению, происходит такая ситуация, что процент от сети у них уменьшается и так далее. У нас тоже сеть предусматривает, скажем так, создание партнерской структуры, получение, скажем, процента от этой партнерской структуры, когда люди приобретают акции, но у нас есть очень важное отличие. Мы создаем сеть из людей, которые становятся совладельцами компании. И наша компания выйдет на рынок в 2017 году, как мы говорим, да, с той продукцией, которая у нее есть, и эта продукция начнет реализовываться. И вы сейчас зарабатываете деньги по сети от того, что предоставляете людям возможность стать совладельцами компании, а дальше от реализованных, скажем так, у разных уголков земного шара той продукции, которую наша компания выдаст на гора, вы будете получать дивиденды на часть своей собственности. Это очень важное отличие. Вот, я вас попрошу даже поставить цифру, да поставьте тройку, например, да, если вы поняли, о чем я говорю. Если у вас есть особенный опыт работы с MLM-компаниями, да, то есть вот я попытался как бы на пальцах показать отличие от того, что есть в MLM-бизнесе, который я очень люблю, я долгое время им занимался. У меня есть большое количество людей, которых я знаю в других MLM-компаниях. Да, они пока, скажем так, настороженно смотрят в нашу сторону. Но вот как бы пришло время, вы знаете все, да, что нам есть что показать. Нам есть, что мы проделали, показать, продемонстрировать за 2 года, да, проделанной работы. То есть то, что мы уже строимся и так далее. Я просто прекрасно помню года полтора назад, как реагировали очень многие опытные сетевики, информация о том, что вот есть компания, которая продвигает технологии, у нас еще по сети можно зарабатывать. Они говорили, ну бред какой-то, такого быть не может, никогда у вас ничего не будет и так далее, и так далее. Но как показала практика, кстати, целый ряд проектов, в которых эти сетевики принимали участие, уже умерло. Да, вы знаете, есть еще хайп-проекты, где сетевики, которые работают в нормальных проектах, зарабатывают там на каком-то товаре либо услугах, ну и параллельно вложили деньги, как они говорят, да, вот я люблю, когда деньги положил сейчас, а через полчаса мне вернулась прибыль. Вот. И буквально вчера у меня было пару разговоров с такими людьми, которые говорят, да, технология классно, но я привык так, чтобы вот я деньги отдал, и мне чуть ли не завтра вернулось больше. Ну, правда, часто приходится скакать, да, по разным проектам, потому что быстро такие заканчиваются. Ну, я думаю, вступление закончил. Да, давайте перейдем непосредственно к нашему маркетинг-плану, кратко его разберем, потому что особо-то и сказать в таком большом объеме непосредственно по цифрам нечего. В нашем маркетинг-плане 5 квалификационных уровней, либо 5 ступеней карьеры. Да, вы можете, в принципе, добраться до любого. У нас нет ограничений по количеству тех людей, которые могут подняться на вершину нашего маркетинг-плана, стать экспертами. Да? Но первая квалификация у нас партнер.
Также у нас никуда не делся статус клиента, и если в том маркетинг-плане, который у нас действовал до 18 января, это считалось квалификацией, когда человек просто зарегистрировался на сайте, получил, скажем так, в свое пользование личный кабинет на сайте компании Skyway Capital, мог задавать вопросы, дергать вас за бороду, да, доставать вопросами, скажем так, менеджеров отдела информационной поддержки, техподдержку на сайте, интересоваться всем, посещать наши мероприятия, скажем так, и дальше либо принимать решение инвестировать денежные средства в наш проект, да, либо не принимать такое решение, потому что никого мы не можем заставить. Регистрация на сайте – это простое действие, вы знаете, да, мы вводим просто электронный адрес свой, почтовый, потом вводим свою фамилию, имя, телефон. Пожалуйста, пользуйся тем, что у тебя есть, разбирайся. Мы поможем разобраться, заставить мы тебя не сможем, да и не будем пытаться, да, вот объяснить, в чем прелесть, да, в чем может быть интерес каждого человека в нашем проекте, мы с удовольствием это можем сделать. Плюс наставники, которые регистрируют и правильно работают для построения сети, могут давать информацию тем, кто зарегистрировался. Это, наверное, самый правильный путь. Если вы сами зарабатываете здесь деньги, да, если вы, скажем так, знаете, что технология, она в ближайшее время будет реализована, если вы верите в то, что это принесет огромную пользу всему окружающему миру, то вы совершенно спокойно делитесь этой информацией с окружающими людьми. Но еще следующий шаг, да, если люди за вами следуют, помогайте им развиваться в нашем проекте. Объясняйте, что нужно делать. Обучите тому, что есть в личном кабинете. Хотя у нас по средам проходят вебинары по личному кабинету, я вам, в принципе, рекомендую, посещайте их иногда. У нас новости фактически каждую неделю. По тем новшествам, которые появляются в личном кабинете, у нас каждую неделю есть о чем рассказать, есть что показать. Да? То есть мы развиваемся, мы не стоим на месте. Ну и товарооборот увеличивается, привлечение денежных средств в нашей технологии. Поэтому, скажем так, настроение у нас с каждым днем все лучше и лучше. У нас скоро по партнерской программе как раз-таки, как говорит Ирина Волкова и Нета Анжина, которые активно сейчас взялись за построение структуры, и другие лидеры, которые работают в нашем проекте, сразу целая череда европейских стран, больших сетевых структур будут подключаться к нашему проекту. И это очень радостно. Нас просят каждый день перевести личный кабинет на целый ряд европейских языков, да, то есть там чешский, хорватский, венгерский, немецкий, английский, соответственно, уже, скажем так, фактически закончились переводы. То есть сети растут. Инвестиции, приходящие к нам, увеличиваются. Ну и если вы тоже активно в этом будете принимать участие, соответственно, благодаря нашей партнерской программе будет расти и ваш доход до момента выхода компании на международный транспортный рынок. Итак, друзья, квалификации вы видите на данном слайде. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт. Начнем с первой. То есть, если раньше вы помните, для того, чтобы стать, скажем так, получилась возможность получения дохода со второго поколения, там нужно было проделать, ну, назовем так, достаточно серьезную работу, пригласить минимум 4 партнера, которые купить должны были не меньше, чем на $200, и тогда у вас появлялась возможность выбирать глубину. Нынче партнер – это тот человек, который зарегистрировался на нашем сайте, зашел в раздел реферальной ссылки, у него высветился баннер, что для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы был доступен этот раздел на сайте, необходимо заключить агентское соглашение либо договор. Человек подтверждает, что да, он готов это сделать, у него высвечивается текст договора, он ознакомливается с ним, и внизу есть кнопка «Принимаю», там «Согласен» и так далее. Нажал на эту кнопку, для нашей компании это сигнал, что договор подписан. То есть вы взяли на себя небольшие обязательства, да, по выполнению того, что написано в договоре. Итак, как только вы это делаете, у вас становятся доступными реферальные ссылки, у нас там их 4. Реферальные ссылки сегодня ведут на лендинг-партнера, на сайт компании, то есть вы можете давать их людям, которые вас окружают в повседневной жизни, либо в интернете, благодаря соцсетям, благодаря скайпу, благодаря вайберу, там, ватсапу, еще куча мессенджеров, которыми вы можете пользоваться, да, вы можете отправлять сообщения своим друзьям в скайпе, отправлять свои, скажем так, сообщения друзьям в социальных сетях, которых большое количество, вы можете реферальные ссылки установить у себя в статусе в скайпе, в статусе в социальных сетях, то есть туда, куда можно отправить информацию с вашими реферальными ссылками. Ну, достаточно большое, скажем так, количество мест, куда вы можете эту информацию отправить. Итак, вы стали давать людям реферальные ссылки, и начинается осуществляться, что регистрация людей под вами, первого поколения, под теми, кто у вас в первом поколении может образовываться, второе, там дальше, третье, четвертое, пятое, до десятого, там, до самой последней глубины. Но если вы партнер, а факт подписания договора приводит вас к этой квалификации, у вас доступны вознаграждение в виде 15% с первого поколения, то есть от того товарооборота, который будут создавать люди, непосредственно пришедшие за вами в наш проект. Да? 4% со второго уровня, это те люди, которые пришли по рекомендации ваших приглашенных. И далее идет 2% с третьего и 1% с четвертого. Это то вознаграждение, которое доступно партнеру. Да? На этой квалификации люди могут быть
абсолютно разные. Это могут быть просто инвесторы, которые приняли решение приобрести себе какой-либо пакет акций. Ну и как бы так, не пройдя мимоходом нашей партнерской программы, приняли решение все-таки заключить соглашение и худо-бедно кому-то иногда рекомендовать данную возможность. Да? Ну, нормальные проценты. То есть вы можете получать от 1 до 15% до 4 уровня глубины. 100% положенных во выплаченных денег идет на бонусный счет и на акционный. С бонусного счета в итоге, когда накопится не менее 30 долларов, вы их можете выводить как заработок, да? Либо покупать акции. Либо вы можете деньги с бонусного счета, если вдруг создалась такая ситуация, что под вами регистрируется партнер, он не умеет пользоваться интернетом, у него нет никаких платежных систем, но он хочет купить пакет именно сейчас, он живые деньги может отдать вам, да, а вы с бонусного счета, если у вас там есть сумма, необходимая для приобретения акций данным человеком, переводите в его личный кабинет. То есть у нас функция реализована. По средам, как я вам говорил, мы про это рассказываем. Вот. И бонусный счет позволяет вам еще самому покупать акции с этого счета, если вы хотите. Акционный счет – это только счет для того, чтобы купить акции нашей компании в разделе «Инвестировать личного кабинета партнера». И это акции вы сможете купить с акционного счета только те, которые находятся на светло-серо-зеленом фоне. То есть, как мы называем это, обыкновенные пакеты, да, которые не входят ни в рассрочку, ни по каким акциям. То есть вы просто покупаете стандартный, скажем так, уровень доходности по этим пакетам от 53 до 500 раз. На них вы можете, скажем так, в итоге реализовать денежные средства, находящиеся на акционном счете. Следующая квалификация. Называется консультант. Вот чтобы стать консультантом, в принципе, не нужно делать каких-то сложных телодвижений. Вам не нужно тяжело физически трудиться. Да? Вы сами для себя определили, что данная технология – это перспектива. Вы сами хотели бы иметь большой пакет акций в нашей компании. Если вы лично приобрели не меньше, чем на 100 долларов пакетов акций компании Skyway Capital, если у вас в первом поколении есть не меньше двух человек, которые сделали то же самое, и суммарный товарооборот ваш личный и всего первого поколения, то есть всех людей, их может быть 3, 10, 100, составил 500 долларов, вы становитесь консультантом. И в этом случае у вас возрастают денежные выплаты с тех уровней, о которых мы с вами говорили на квалификации партнер. Но со второго уровня вам будет начисляться уже не 4, а 5%, с третьего не 2, а 3%, с четвертого не 1, а 2%, и у вас добавляется еще пятый уровень глубины. Вы еще начинаете получать процент с пятого уровня глубины, и, как я часто говорю, если сеть строится правильно, то, как правило, у вас в первом поколении, например, там 10 человек, да, вы помогаете им развиваться, во втором, соответственно, у вас минимум в 2 раза больше, а то и в 5, в третьем, соответственно, больше, чем во втором, и так далее, и так далее. То есть в вашем четвертом-пятом поколении может быть создаваться огромный товарооборот, и вы оттуда будете получать 2% либо 1%. Вот таким вот образом. Я смотрю, активная переписка в чате. Ну, будет здорово, если вы будете писать, скажем, по окончании того, как я расскажу. Вопросы свои напишите, обсудим ситуацию, которая у вас может возникнуть. Хорошо? И мы вас и поздравим, и похлопаем, и, может, песню споем, и на пузе станцуем. Хорошо? То есть порадуемся вместе с вами. Итак, коллеги, третья квалификация, которая называется лидер. Да? Здесь также вам выдвигается, ну, в принципе, три несложных условия. Причем, вот, чтобы подняться на третью ступеньку карьеры и получать до шестого уровня глубины уже, да, проценты, например, объем работы нужно сделать меньше, чем это было, скажем так, по предыдущему маркетинг-плану, чтобы вообще там открылась глубина. Да? Вот. Там, чтобы открылась глубина, даже со второго уровня, чтобы вы получали доход, необходимо было пригласить минимум 4 человека в первом поколении, которые купили на 200 долларов, и вы сами должны были купить не меньше, чем на 200 долларов. Здесь условия немножко мягче. Минимум 3 в первом поколении. Ваши 200 личные должны быть, да? Вот. И, правда, суммарный товарооборот именно первого поколения должен составлять уже не меньше 2000 долларов США. Если это произошло, вы стали лидером, вот, чему мы будем рады очень, да? У вас увеличивается опять процент выплат, то есть со второго уровня он становится равен 6, на третьем уровне 4, на четвертом и на пятом по 2%, да, и 1% у вас становится доступно вознаграждение шестого уровня глубины. Также вознаграждение распределяется и на бонусный, и на акционный счет. Вот таким вот образом. Это квалификация лидер. Я думаю, что ничего сложного не рассказал сейчас, да, до этого момента. И если все понятно, просто плюсики поставьте в чате, я буду двигаться дальше. Четвертая квалификация – мастер. То есть слово «мастер» само по себе к чему-то обязывает. Да? То есть мастер – это тот человек, который многое умеет, по крайней мере, в том направлении, в котором он двигается. То есть, достигнув квалификации мастер, в принципе, можно, скажем так, скромно этим гордиться, без гордыни, да, то есть как бы так, без задирания носа, без какого-то специального показа своих погон,
потому что, в принципе, не в погонах счастья в нашем бизнесе, да, а в том, что мы привлекаем инвестиции в проект, мы зарабатываем при этом деньги. И, наверное, самое важное, если обратить правильно внимание на развитие сетевой структуры, это видеть успех ваших людей, которых вы пригласили. Вот если они будут зарабатывать, поверьте мне, то и вы будете зарабатывать в том числе. Вот на это, если нацелились, тогда все будет правильно. Итак, мастер, ваш личный товарооборот должен быть не менее 500. В вашем первом поколении должно быть не меньше 3 лидеров, то есть тех людей, которые выполнили условия вот этой квалификации. 200, минимум 3 по 200 в первом поколении и суммарный товарооборот 2000. Третье условие для мастера – это суммарный товарооборот всей структуры должен быть не менее $5000 США. Первого поколения, извиняюсь. Суммарный товарооборот первого поколения. И происходит следующее. Со второго уровня вам выплачивают начинают 7%, с третьего 4%, с четвертого и пятого по 2%, 1% остается на шестом, и у вас открывается еще 7, 8, 9 уровень. Вы получаете с этого товарооборота по 0,5%. Полпроцента. Если этот товарооборот огромен, да, как я говорил, если структура будет строиться вот, правильно, то вы будете получать очень серьезный уровень дохода. Это квалификация мастер. И распределение денежных средств также на бонусный, на акционный счет идет положенный вам процент от того товарооборота, который вы создаете. Высшая ступенька квалификации нашего маркетинг-плана компании Skyway Capital называется эксперт. Я уже говорил, что экспертом может стать абсолютно любой из вас. Да? Если вы проделали тот объем работы, если выполнили условия, которые необходимо выполнить, соответственно, вы можете подняться на эту вершину. Какое количество людей может с вами туда дойти? Да хоть 100 человек, хоть 200. Главное, чтобы вы двигались в этом направлении, чтобы вы хотели его достичь, да, ну и чтобы вы предпринимали шаги, которые вас к этому могут привести. Условия здесь также 3. То есть ваш товарооборот лично не менее $2000 США. Я знаю огромное количество наших клиентов, да, наших партнеров, которые начали инвестиции в наш проект с суммы $2000 и более. То есть фактически они сразу заложили фундамент выполнения первого условия для того, чтобы подняться на вершину маркетинг-плана нашей компании. Второе условие. У вас должно быть не меньше 3 мастеров в структуре. 2 из них обязательно должны быть в первом поколении, а третий мастер может быть во втором, в третьем, в пятом, в десятом. Важно, чтобы он не входил в ветку, либо в структуру, как мы говорим, либо в команду первых 2 мастеров. И третье условие, которое должно быть выполнено, в вашем первом поколении товарооборот суммарный на это время должен достичь не менее $10000 США. Если это произошло, то вы получаете, как мы говорим, максимальную раскладку, выкладку по процентам, которые мы можем вам платить. Мы готовы, точнее, вам платить. Первое поколение у вас 15%, второе 7%, третье 4%, по 2% с 4-го, 5-го, 1-6-го, по половине процента с 7-го по 9-й, и у вас открывается на квалификации эксперт еще 11 уровней глубины с 10-го по 20-й по 0,2%. Вот если на пальцах, да, за эти 15 минут, которые мы с вами говорили непосредственно по цифрам, по процентам, я рассказал вам, извините, горло чуть-чуть промочу. Я рассказал вам маркетинг-план компании Skyway Capital. Но это, в принципе, еще не все. Потому что, когда мы запустили данный маркетинг-план, руководство сразу, скажем так, не то чтобы озадачилось, да, а точнее, думало над тем, как предоставить людям возможность, да, тем, кто активно занимается привлечением людей в этот проект, в наш, получать дополнительные проценты. Вот. И если вы помните, по предыдущему маркетинг-плану максимально мы получали именно с первого поколения. У нас здесь происходит то же самое. Вы сейчас таблицы видите, да? 15% вы всегда получаете непосредственно за личную работу с первого поколения. Дальше от 4 до 7% в зависимости от вашей квалификации вы получаете со второго уровня. От 2 до 4 с третьего. От 1 до 2 с четвертого. От нуля, потому что на партнере у нас пятого поколения нет вообще, да, от одного, скажем так, до двух, опять можно так сказать, это пятый уровень. Далее у нас идет 1% шестого и те проценты, которые положены уже на квалификациях мастера и эксперт, вы видите в данной таблице. Товарооборот, который необходимо делать в первом поколении, он в этой таблице внизу. По сути дела, данная таблица, она подводит итог всему тому, что я сказал, с рисунками там и так далее, да. Даже по этой таблице тот, кто быстро разбирается в маркетинг-плане, у кого есть опыт работы по партнерским программам, он, видя на эту таблицу, понимает, что за что платит. По большому счету ее достаточно показать. Кстати, в личном кабинете в разделе «Инструменты партнера» первый пункт у нас – это маркетинг-план, да, то есть вы план вознаграждения. Вы туда можете зайти, ознакомиться с каждой квалификацией, вот то, что я сейчас рассказываю, понажимая кнопки там «Партнер», «Консультант», «Лидер», «Мастер», «Эксперт». А внизу на каждой странице, неважно, скажем так, эксперт ли это или партнер, есть 2 ссылочки на скачивание текстового описания маркетинга и слайдов.
Вот эти слайды, которые я вам сейчас рассказываю, да, они там выложены в личном кабинете, и вы можете пользоваться этими слайдами на своем компьютере, на планшете, на смартфоне, да, на айфоне, на айпаде, демонстрировать этот маркетинг-план по слайдам тем людям, которые вас окружают. То есть используйте этот инструмент, если вы, скажем так, не боясь, если вы активно людям даете информацию, важно, чтобы без фанатизма в глазах, важно, чтобы вы, скажем так, не хватали их за руки, да, не держали их за уши, не заставляли их слушать информацию. Используйте данный инструмент и доносите возможность получения дохода. Итак, вернемся к тому, что наше руководство приняло решение промотивировать еще дополнительно людей, активно развивающих структуру, дополнительным бонусом. Да? Этот бонус позволяет увеличивать выплату процентов с первого поколения. У нас стандартно 15. И ситуация выглядит следующим образом. Если вы развиваете бизнес, и у вас в первом поколении люди покупают пакеты, да, вот в течение календарного месяца, сразу хочу сказать. Например, вот у нас март недавно начался, вот с 1 марта по 31 марта. Один купил пакет, да, чуть через какое-то время второй купил пакет в вашем первом поколении, третий и четвертый. Причем я не говорю сейчас, какой пакет, неважно, 15 ли он долларов, 2000 долларов ли он купил. Вот. За каждый пакет вам пока начисляется 15%. Как только пятый человек покупает пакет в вашем первом поколении, за пятый пакет вам начисляется 16%, и за предыдущий товарооборот, который был связан с четырьмя пакетами, начисляется 1%. То есть фактически получается картина, что за 5 купленных пакетов вам начислили 16%. Далее ваша структура продолжает развиваться, вы строите бизнес. В первом поколении у вас покупается 6, 7, 8, 9 пакет. Бац, 10 пакет был куплен. Да? Соответственно, за 6, 7, 8, 9 вам начисляется 16%, а за 10 – 17%. И как только 10 пакет куплен, начисляется 17%, и отдельная транзакция приходит вам на телефон сообщение, что за весь предыдущий объем вам доначислено еще 1%. Фактически 10 пакетов куплены с процентной выплатой 17%. 11, 12, 13, так до 19 вам начисляется по 17%. Как только покупается 20, за 20 уже 18%, и за все предыдущие купленные, за весь объем, который был создан до 20 пакета купленного, вам начисляется снова 1%. В итоге получается, что за 20 купленных пакетов вам начисляется за каждый из них 18%. Каждый последующий пакет после 20-го, если он покупается в вашем первом поколении, вам начисляется сразу 18%. Вот такая бонусная программа. Есть несколько условий. То есть все пакеты, о которых вот я говорил, это бонусная программа, которые считаются и до них, за них идет доначисление, должны быть куплены в пределах одного календарного месяца. Вот даже если вы пришли в наш бизнес там 10 числа, да, и вы стали работать со структурой, то есть у вас время есть с 10 по 31 марта проделать работу, за которую вы дополнительно можете получить эти проценты. Далее, вот эти пакеты, о которых я сейчас говорил, их может купить и один человек, да, может быть 2, 5, 10. То есть не запрещается одному и тому же человеку покупать несколько пакетов в течение календарного месяца, и все они для вас будут посчитаны. Для получения бонуса учитываются пакеты акций, которые ваши партнеры покупают в рассрочку. У нас есть большое количество партнеров, у которых в первом поколении ежемесячно идут оплаты за выбранную рассрочку их партнерами. У кого-то по 25 долларов, кто-то по 50 купил, кто-то по 250 купил, кто-то по 100. Соответственно, все вот эти пакеты, все эти ежемесячные оплаты, они учитываются в этом бонусе. Поэтому если у вас есть какое-то количество партнеров, покупающих акции в первом поколении ежемесячно, да, это вот... вы можете видеть те дополнительные проценты, которые вы будете зарабатывать. Пакеты могут быть куплены, соответственно, вот с тем, что я сказал, как новыми людьми, которых вы только что можете зарегистрировать, да, так и теми людьми, которых вы привели уже давно. Соответственно, разницы нет, да, между тем, новичок купил этот пакет или нет. И вознаграждение начисляется точно так же за данный, скажем так, бонус и на акцион, и на бонусный счет. На данном слайде вы видите пример. Вот. Я на вебинарах обычно подробно останавливаюсь на этом примере. Да? Вы взяли условно 50 долларов, что люди покупают в вашем первом поколении все по 50 долларов, и написали, к чему может привести ситуация, когда у вас 5 человек купили, 10 человек когда купили, да? Потом когда 20 человек у вас в итоге купили. К чему это все приходит? То есть у нас в итоге получается, сначала мы зарабатываем 40 долларов, когда 5 человек купили, да? По 50 долларов заплатили, потом еще 45, получается 95, ой, извините, 85, вот. Потом у нас еще целая группа людей приобретает пакеты, в итоге у нас получается еще 95, соответственно, суммарно это 180 долларов, да. Ну и так как у нас здесь нарисовано еще два пакета, 21 там и какой-то еще, мы посчитали в 22,
за последующие пакеты вам еще начисляется $18. Суммарно $198 вы зарабатываете от товарооборота, который в вашей структуре $1000 в первом поколении у вас проплатилось, да, купили пакеты, 198 компания вам начислила. Вот таким вот образом. Преимущество нашей партнерской программы, маркетинг-плана в том, что, в принципе, он накопительный всегда, с момента вашей регистрации, и все действия, которые будете предпринимать вы лично, ваша структура, приобретать пакеты акций, они всегда будут накапливаться. У нас квалификационным считается первый уровень, да, вы, наверное, обратили внимание, что он стал еще более жестким, это условие. Если раньше был, скажем так, товарооборот всей структуры, ваш личный товарооборот, да, то условия роста квалификации сейчас – это объем ваших личных инвестиций, вот, и объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Вывод средств. Минимальная сумма, которая должна быть на бонусном счете, должна быть не меньше $30 США. Далее. Сделав всего небольшую инвестицию $15 США, вы можете зарабатывать в месяц $50, $100, $200, $1000. Да? Вас никто не будет заставлять покупать что-то еще. Ну, было бы глупо, например, зарабатывать $1000 в месяц, купить акции всего на $15. Нет необходимости квалификацию подтверждать. То есть, единожды поднявшись до уровня, например, лидера, либо мастера, да, вас никто не попросит там создать дополнительно еще какой-то промежуток времени, то же самое там повторить и так далее, и так далее. Вы достигли, у вас это никто отбирать не собирается. Хотите стать экспертом, пожалуйста, развивайте бизнес, двигайтесь в одну сторону. То есть фактически у нас дорога односторонняя, да, то есть, как я говорю, это может быть лестница, по которой люди могут ползти, могут идти, лестница, по которой люди могут бежать, либо у кого-то, кто активно строит бизнес, это напоминает эскалатор, который едет в одну сторону. Вот. Вниз движения нет, только в одну сторону. У нас достаточно высокий процент выплат, да, за тот товарооборот, который вы создаете от 0,2 до 7% с глубины и 18, до 18% с первого поколения. И глубина ограничения, вот глубины по маркетинг-плану, 20 уровень. Это приличная глубина, с которой вы можете выбирать вознаграждение. Нет ограничения по количеству тех, кого вы можете перевести за собой в наш проект. То есть зарегистрировать по своей реферальной ссылке. 10 значит 10, 20 значит 20. То есть вы сами, скажем так, соизмеряете те усилия, которые готовы вкладывать в наш проект. Важно, чтобы вы его действительно строили в удовольствие, с душой. Да, но еще важно, чтобы этот проект не занимал у вас 26 часов в сутки. Потому что у вас есть ваша семья, у вас есть, наверное, то, что вы любите в жизни делать, помимо того, что рассказываете о технологии, разработанной Юницким, о компании Skyway Capital. То есть я вам рекомендую это не забывать. И рекомендую никого не дарить. Что это значит? Если вы кому-то рассказываете информацию о нашем проекте, человек разбирается, вам задает вопросы, потом говорит, да, я готов, я за тобой буду регистрироваться и так далее. Ни в коем случае не давайте ему ссылку какого-нибудь человека из вашей структуры, которого вы хотите промотивировать тем, что поставили под него человека, и он заработает деньги. Вы знаете, в 99,99% не сработает. Да? То есть лентяй останется лентяем. Вот. Вы ему, грубо говоря, раскрыли пальцами рот, вложили пищу, даже которую уже разжевали, да? Вот. И, может быть, даже сглотнули за него. То есть он сам не будет готов открывать рот, перетирать то, что вы туда кладете, да, и глотать. Только благодаря тому, что вы кого-то под него подставили. Сами лишили себя денег, да, и ему эти деньги, в принципе, особо пользы не принесут. Много есть притч различных в разной литературе, да, когда, скажем так, богатый человек своего ребенка отдал обучаться там к скорняку, который шапки шьет, потом к сапожнику, который сапоги шьет, да, и каждый раз проверял, когда тот приносил деньги, просто выбрасывал в окно, никакой реакции не было. А потом он просто бедняку его отдал, да, сельским хозяйством заниматься. И бедняк там за полгода работы заплатил ему маленький грош. Он пришел, показал, тот только захотел выкинуть, он вцепился в руку так, зубами, руками и ногами, да, то есть это его кровно заработанные деньги. Поэтому помогайте тем, кто готов научиться ловить рыбу, а не жрать ее из ваших рук, извините так за грубый совет, но тем не менее. Бонусное вознаграждение по нашему маркетинг-плану начисляется вам на бонусный, на акционный счет. И на акционный счет пока начисления идут. Я ни в коем случае не хочу там сказать, что вот скоро прекратится начисление на этот счет, но когда-то это может прекратиться. Потому что, по сути дела, это подарок компании. По сути дела, скажем так, это то, что вы можете благодаря своей активной деятельности, не затрачивая, скажем так, своих денежных средств, да, которые зарабатываете, просто приобретать еще на подарок компании, какое-то количество акций, увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте. Компания на это идет осознанно, сознательно, то есть это как бы так определенная мотивация для вас. В принципе, это то, что я хотел рассказать. Вчера на вебинаре, который касался презентации, я говорил, что озвучу условия дополнительной мотивации на март.
Я вот сейчас задам вам вопрос из тех, кто присутствует на нашем вебинаре. Скажите, есть ли среди вас те, кто эти условия не знает? Просто минус поставьте. Что в марте у нас есть дополнительная мотивация, вы можете делать те же самые шаги, заработать дополнительное количество акций на целом ряде пакетов. Если такие есть, я вижу, только Яков поставил минус, Елена поставила минус, да? Остальные как считают? Стоит поделиться экраном и кратко, буквально за 2 минуты рассказать об этой акции, которая у нас сейчас проходит. Если да, теперь ставьте плюсы. Ага, Наталья написала да. Галина, так, хорошо, коллеги, я сейчас включу программу, которая позволит мне поделиться экраном, да, и мы с вами перейдем в раздел инвестиций личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Это займет буквально несколько секунд. Кстати, пока у нас пауза, хочу воспользоваться случаем, да, так как у нас сегодня в России последний рабочий день, вот, и по сути дела до 8 марта, по крайней мере, я не буду появляться на экранах ваших мониторов. Хочу вас, всех женщин, да, женщин, девушек, всех, кто, скажем так, есть в окружении, кто участвует в нашем проекте, кто является вашими родными и близкими, поздравить с наступающим 8 марта. Стандартно пожелать здоровья, исполнения желаний. Загадайте обязательно желание 8 числа, да? Ну и хочу пожелать, чтобы подарки вам дарили и теплые слова говорили не только 8 марта, но каждый день. Вот, чтобы вы каждый день просыпались, скажем так, с ясным взором, с большим желанием воплотить то, что вы хотите в жизни реализовать. Вот, чтобы вокруг вас были те, кто вам в этом помогал. Ну и, наверное, те, которые мечтают, чтобы рядом было надежное плечо. Вот, мужчины, который мог вам, скажем так, воплотить в жизнь, помочь все то, что вы хотите. Чтобы вы вместе, скажем так, душа в душу смотрели туда, куда вы хотите смотреть, чтобы вы были друзьями, чтобы вы были, скажем так, единомышленниками, чтобы все в вашей жизни двигалось в том направлении, которое выбираете вы. Вот. Здоровья вам, любви и денег. Ну а теперь, наверное, мы перейдем к личному кабинету компании Skyway Capital. Вот. Нажимаю «Начать трансляцию». Предполагаю, что трансляция пошла. Смотрите, коллеги, какая акция предпринята нашей компанией в марте месяце, да? То есть 1 марта. У нас появились, вы знаете, некоторые пакеты дополнительные, да, то есть 80 долларов рассрочку на полгода, дисконт 250, то есть вы можете заработать, получить 120 тысяч акций. Далее, если вы 4 месяца готовы оплачивать по 150 долларов, то у вас есть возможность получить 210 тысяч акций компании Skyway Capital суммарно. Если вы готовы 2 месяца подряд платить по 500 долларов, у вас дисконт будет на этом пакете 400, и вы заработаете за 2 месяца 400 тысяч акций компании. Вот. У нас есть дополнительные сейчас условия по пакету юбилейный. Есть люди, которые платят, например, 1000 долларов, приобретают себе пакет за 300, с количеством 300 тысяч акций в этом пакете. Если они в течение следующего месяца заплатят еще 1000 долларов, то им будут начислены 480 тысяч акций дополнительно к тем 300 тысячам. Да? Если они потом еще в течение месяца купят себе пакет юбилейный, соответственно, суммарно за 3 месяца они могут за 3000 долларов заработать, получить, точнее, 1 миллион 350 тысяч акций компании Skyway Capital. У нас есть крупные пакеты, которые вы можете купить единоразово. Вы заглянете и разберетесь, да, что это и как. Я возвращаюсь к рассрочке. И это, наверное, в первую очередь касается непосредственно маркетинг-плана. Почему я, скажем так, акцент делаю на вебинаре по маркетингу? Смотрите, заходя в личный кабинет, мы нажимаем на баннер, который находится в разделе «Инвестировать», пакеты в рассрочку. Вот, я нажал этот баннер. У нас сейчас загрузилась страница, на которой каждый в отдельности пакет, да, прописан. И вы видите, написано «Дополнительный бонус». Да? Я нажимаю «Подробности». То есть пакет. Если вы, например, сейчас оформляете рассрочку, да, либо у вас уже есть рассрочка на 25 долларов, вы ее платите, например, там, с декабря месяца, либо с ноября, то вам компания предлагает заработать в этом месяце дополнительно к тем акциям, которые вам и так будут начислены по рассрочке, 11,5 тысяч акций. Что для этого нужно сделать? В течение марта месяца вам нужно либо пригласить минимум 3 человека новых в первом поколении, то есть минимум 3, которые купят акции компании Skyway Capital минимально на 25 долларов США. Эти люди могут купить рассрочку, эти люди могут купить обычные стандартные пакеты. Неважно. Важно, чтобы у вас появилось в марте 3 новых человека в первом поколении, которые потратили минимум по 25 долларов США на акции нашей компании. Либо второе условие, если у вас есть рассрочка, которую вы ежемесячно оплачиваете, но я вам пример привел, рассрочки за 25 долларов, соответственно, если вы готовы в этом месяце оплатить не 25 долларов, а 50, да, то вам дополнительно будет начислено 11,5 тысяч акций.
То есть рассрочку вы можете продолжать оплачивать потом и далее, да? Но 11,5 тысяч акций вам компания дополнительно начислит. Пакет, который называется «Сеньор», вы знаете, рассрочка на полгода по $50, все то же самое. То есть, если вы готовы оплатить в этом месяце двойную, скажем так, стоимость этого пакета в рассрочку, то есть $100, а не 50, либо пригласите минимум 3 новых человека, которые купили пакеты от $25 и выше, вам дополнительно компания начислит 22 600 акций. Но опять же, это все в пределах одного месяца марта. На пакете $100 вам дополнительно компания готова за те же самые действия двойной оплаты в месяц, да, либо приглашение 3 новых человек по $25, 77 тысяч акций заплатить. Вы можете заработать, точнее, да. И на пакете, если вы оплачиваете ежемесячно $200, если вы сами оплатите дважды, да, получается 400, либо пригласите минимум 3 человек, то вы получите в подарок еще 189 тысяч акций компании. Вы знаете, условия не драконовские. То есть не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы в течение одного месяца пригласить минимум 3 человека, да, которые купят по $25 пакеты компании Skyway Capital. То есть я считаю, это очень хорошие условия, это очень хорошая мотивационная программа. Те из вас, кто считает точно так же, могут сейчас написать, поставить цифру 5 в нашем чате вебинара. Вот таким вот образом. Олег, то, что сейчас там сразу не начислили, смотрите, итог подводится в течение марта месяца. Да? Март месяц у нас всего 4 дня. Поэтому вы эти акции получите, вы никуда не денетесь. Вот. Программа сейчас, она в принципе дописана, все это считается, то есть выборку легко можно будет сделать. Поверьте, вы ничего не потеряете, вы только выиграете. Спасибо, Наталья, Татьяна, Галина, да, АСЛУ, Елена, то, что вы считаете, что это очень здорово. Спасибо вам, Яков. Итак, коллеги, готов послушать ваши вопросы, точнее не послушать, увидеть, разобрать и попытаться ответить, если такие есть на сегодняшний день. Сегодня, кстати, не забывайте, что в 19 часов по московскому времени будет Григорий Мирошниченко на своем кофе-брейке рассказывать о том, как правильно строить бизнес, как его развивать. Вы можете с ним поделиться тем, что вас беспокоит, да, при создании бизнеса в компании Skyway Capital. Он какие-то советы вам даст и так далее. Яков, если у вас рассрочка 1 к 600, да, если вы сейчас оплатите за 3 месяца, вот именно в марте, вы платили 3 месяца, да, для вас это условие также действует. То есть у вас есть пакет, который вы оплачиваете уже 3 месяца. Соответственно, в марте месяце вы можете оплатить двойную рассрочку, вы получите дополнительно тот подарок, о котором мы говорили. Я не знаю, какой у вас пакет просто. Номиналов 25, 50, там, 250, 100. То есть, который у вас есть, соответственно, вы получите подарок 25. Вот, у вас есть возможность, если вы заплатите $50 в марте, получить 11,5 тысяч акций в подарок. Либо пригласить троих человек, также оплачивая, как вот и положено, по одному пакету в месяц. Но если 3 новых человека будут, соответственно, вы получите 11,5 тысяч акций. Вот такая ситуация. Молодец, что вы заплатили 75, это здорово. Итак, коллеги, еще есть какие-то вопросы? Если таковых нет, ну, наверное, буду кланяться вам, да? Еще раз благодарю то, что посещаете наше мероприятие. Сегодня уже сформирована рассылка с расписанием на следующую неделю, да? С понедельника вы сможете зайти в раздел события, расписание вебинаров, увидеть все ссылки, когда у нас и что будет происходить. Наши лидеры, скажем так, в понедельник, хоть это выходной день, да, и Александр Мунко, который проводит вебинары по технологии в 13 и в 20 часов в понедельник, и Инета Анжина Ирина Волкова, которая в 19 часов проводит вебинар, то есть эти мероприятия будут. По поводу 8 марта могу твердо сказать, что Григорий Мирошниченко намерен 19 часов проводить вебинар по созданию бизнеса. Будет ли, скажем так, именно планерка в 11 утра для тех, кто развивает региональную структуру, это уже, скажем так, конкретно доведут Ирина и Инета. Со среды нормальный рабочий режим, то есть мы с вами увидимся в среду. Теперь, да, буду рад вас видеть на своих вебинарах. Среда у нас 17 часов будет, как всегда, это обзор личного кабинета, и, возможно, к тому времени будут, опять же, изменения в личном кабинете, в лучшую сторону, о которых я вам расскажу. Итак, коллеги, спасибо вам за внимание. Всем хороших выходных, праздников. Поздравьте своих родных и близких. Поздравьте женщин, которые вас окружают. Вот, подарите им свою любовь, тепло, чтобы у них стало хорошо на душе. Да? Будет хорошо у них, будет хорошо у вас. Я на этом заканчиваю. До свидания.